Всем привет, дорогие друзья, всем дорогие, добро пожаловать в игрушку Hill Climb Racing 2. Что, давайте попробуем все-таки это сделать, победить, дойти до финиша как можно дальше. Надеюсь, у нас это получится. Также не забывай поставить пальцы вверх, это мне очень сильно поможет. Я буду снимать больше видео для вас. Так, ну, неудачно. Так, я надеюсь, сейчас у нас получится получше. Так, погнали. Осторожно. Как следует разогнаться. Так, по-моему, неплохо получается. Даже переворот получился. Так, идем пока неплохо. Блин, все деньги перепрыгнули. Бензин. Нам нужен срочно бензин. Какой-то мячик, он тут нам явно мешает. Явно помеха. Так, идем. Лишь и сможем пройти. Неплохо получилось. Ох ты ж, немножко не рассчитал. Довольно-таки далеко доехали. Отлично. Мы все же пытаемся пройти. Надеюсь, у нас это получится. Рано или поздно. Так, неплохо прыгаем. Нужно просто немножко приспособиться. В основном надо жать кнопку вперед. Ух ты, я, кажется, сломал себе шею. Не будем отчаиваться, а будем ехать вперед. Потому что там нас ждет шикарное будущее, я думаю. Поэтому нам надо хорошенько постараться и преодолеть все сложности. Так, главное сильно не спешить. Потихоньку, помаленьку ехать. Блин, как же мне это бесит. Преграда. Дурацкий арык. Ладно, последний раз пробуем на этой карте. Потом для разнообразия пойдем на другую карту. Так, неплохо. Не надо спешить. Ни в коем случае. Да достал этот арык, блин. Так, попробуем на сельской местности. Я думаю, тут у нас обязательно получится. Также сильно спешить не будем. Едем потихоньку. Ух ты. Первое препятствие. Нам надо заработать как можно больше монеток. Тут можно действительно много заработать монеток. Больше, чем на втором уровне. Ух ты. Я уже чуть не упал. Стоп, стоп, стоп. Это... Ух ты, блин. Прям нос сломал, по ходу дела. Так, ну сейчас, я думаю, у нас получится. Главное расслабиться, успокоиться, и все. Все у нас будет чики-пуки. Дальше будет лучше. Да что ж ты такой неженка-то? Эй! Предлагаю купить новый этап. Кстати, надо 600 метров тут проехать. А тут 700 надо проехать. Цена 35 монет, давайте разблокируем. Уровень 1 достигнут 200 метров. Попробуем. Тут мы с вами еще не ездили. Мы с вами будем открывать больше места, если вы будете ставить пальцы вверх, ребят, поддерживать меня. Отлично. Едем, 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 едем. Да что ж ты делаешь-то? Невезуха. Я не знал, что прокачать шин. Давайте прокачаем. Что еще можно показать? Двигатель. Не знаю, что прокачать. Подвеску, давайте подвеску прокачаем. Все, старт. Может, сейчас будет лучше. 400 метров надо проехать. Мы проехали пока что... сколько? 200 метров. Да, у тебя ж каска, эй, или кепка, но она все равно тебя должна защитить. Ладно, фиг с тобой. Жмем только вперед. Нужно запомнить, что надо жать кнопку только вперед. Вот, смотрите. Довольно-таки неплохо. Если сильно назад будем переворачиваться, то... Так, немножко назад на тормоз жмем. Вот, 500 уже неплохо. 1000, интересно, будет? Было бы классно, если бы было бы 1000. Неплохо, неплохо.
Молодцам. Тут реально сложно. Так, надо не забывать только вперед жать. Сколько мы уже проехали? Довольно-таки неплохо. Наша задача 600 метров доехать. Да вот, вообще хорошо. Давай, 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 давай. Не подводи. Ну, мотоцикл, ты же можешь без водителя, я верю в тебя. Смотрите, ну сейчас хороший рекорд мы поставили. Ага, хорошо. У нас достаточно много денег. Давайте вернем назад. Может быть, какую-нибудь тачку можно купить. Сто... Грузовик чудовище. Давайте купим грузовик чудовище, ребятки. Можно трактор взять. Ну, по порядку найдем. А, с дробовика начнем. Сколько с дробовика? За грузовика чудовище. Да, разблокируем. Отлично. Им с вами и поиграем. Пустыня. Попробуем. Здесь грузовичок будет круче предыдущих моих автомобилей. Нормально едем пока что. Пока что не на что жаловаться. Кстати, есть вторая часть, но почему-то она у меня не идет, не знаю почему. Довольно-таки хорошо, я просто жму на газ. Так. Главное вперед не переворачиваться. Главное назад не переворачиваться. Что я говорю, так. Назад нельзя поворачиваться. О, блин. Хорошо, можно отъехать назад. И теперь вперед, ну-ка. Вот, залезли. Бензинчик, бензинчик. Отлично. Восполнили. Главное назад не перевернуться, вперед. Вперед он никак не перевернется, потому что я постоянно жму на газ. Вот назад он может перевернуться. С этой тактикой можно реально пройти всю трассу, если это вообще возможно. Так, ладно. Попробуем с разгончика. Нет, не получается. Может, двигатель надо прокачать. Да, тут тяжеловато, ребят. Может, пробовать на другой, конечно, трассе. Ну же, ну же, ну же, ну же. Давай, 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 давай. Отлично, фуф. Я ждал, у нас не получится. Бензина мало. Фуф, это мы вовремя. Опять. Опять придется назад отвечать. Стоп, 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 стоп. О, передавило. Ну, неплохо, 400, 600 метров. Так, хорошо, давайте тогда этап возьмем. С самого начала попробуем. На нашем новом джипе, я думаю, мы должны как можно дальше проехать. Рекорд свой, по крайней мере, побьем. 600 метров надо доехать. И все будет чики-пуки. Жмем только на газ. Джип довольно-таки хороший. Получше предыдущих мотоциклов и нашей тачки. Просто она часто переворачивалась. Джип не так переворачивается часто. И он почти все монетки собирает. Потому что он довольно-таки большой. Так. Ништяковский. Отлично. Следим за том, чтобы назад не переворачиваться. И все. Это то, что нам надо делать. Просто следить. Хорошо, молодец. Давай, езжай, езжай. Ух ты как! Ух ты, блин, ты как шею-то умудрился сломать? Ёлки-палки. Ладно, если игра вам понравится, я буду дальше пытаться пройти ее. Да, вот это будет получше. Тихо, ты с самого начала, блин. Чуть тебе шею не свернул. Любишь ты ломать свои косточки. Тут почему-то мало денег. Можно заработать. Вот что плохо. Может, дальше будут крутые ништяки.
Тут я постоянно ломал все шею. Но сейчас я забыл правила. Сейчас мы выиграем обязательно. Но следить за тем, чтобы я назад не переворачивался. Вот так. Ни в коем случае нельзя переворачиваться назад. Вперед можно, а назад нельзя. Так, отлично. Ништяковский. Блин! Я же говорю, на газ жми. Ну что ж ты ж такое-то? Опять там же. Что ж мне так не везет? Что могу прокачать? Давайте двигатель прокачаем. Давайте подвеску прокачаем. Все, что можно, прокачаем. Давайте еще подвеску прокачаем. Может, так будет лучше? Но ехать я, по-моему, стал побыстрее. Вот, ништяк. Давай, давай, едь. Нужно разогнаться. Да что ж ты, блин, такой неряха, блин. Ну как так? Ладно, в следующей серии я, ребятки, с вами мы продолжим играть. Может быть, купим новую тачку. А пока что я с вами прощаюсь. Смотрите, пока-пока-пока.